Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 479. Подберите к каждому из данных слов однокоренные с приставками «раз», «раз» и «с». Запишите их в две колонки. Разбить – сбить. Распустить – спустить. Раздавать – сдавать. Распилить – спилить. Разгрузить – сгрузить. Разжечь – сжечь. Разгрести – сгрести, разделать – сделать, расчистить – счистить. Выполним фонетический разбор слова «жечь». «Жечь» – слово, состоящее из одного слога. Буква «ж» – звук «ж», согласный, звонкий, парный, твердый, непарный. Буква «е» – звук «э», гласный, ударный. Буква «ч» – звук «ч», согласный, глухой, непарный. Мягкий, непарный. Мягкий знак звука не обозначает. Это слово, состоящее из четырех букв и трех звуков. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.